Угу. Товарищ командир отряда, то... На кого ляжет? Если операция провалится, если люди погибнут. Не надо нервничать. Товарищ Самарцев. Только разрешит? Я очень хотел бы принять участие в этой операции. Ach, hast du ein schönes Wetter. Ja. Ich würde so gern mal wieder nach Hause. Ja, warte mal noch ein bisschen.
Ну, так-то лучше. Они сегодня днем приходили. Ну, один мужик сразу прямиком в дом. Монах? Ишь ты, растрига, наверное. Не знаю. Ты знаешь, если человек поганый, его как ни назови, монахом, ангелом, он все равно гадит и меньше не... Видал, Бог с нами. А ведь такая сволочь. Дядя Куб. Ну? Что за мужик? Как он выглядит? Знаю. Это я знаю. О, сколько же на свете того, чего я не знаю. Так, наверное, и не узнаю. Налетай, братва! Команда. Перу дай попользовать. Передавай бутылку. Оружие вам. Давать в руки не велено было. Вот понимаешь, какая ерунда.
Пирата у тебя нету? А ты не боишься. Дайте им пожрать. Силен. Ша, братва, нехай так хавают, не жалко. Разрешите, Егор Кузьмич? Так зашел уж, садись. Да недалеко, 20 км. А подойти-то как-то к ним можно? Трудно. С нашей стороны тут болото, если только обходить. Да и обходить с кондачка нельзя. Ты не рассчитывали? А вот... деревенских защитить бы надо. Команды. Отлично. Молодцы. Как думаешь, Виктор Андреевич, за неделю они справятся? Наверняка их станут проверять, чтобы стать своими. В их команде им потребуется время. Может быть, неделя, две, может быть, месяц. Месяц не даю. Приказываю ускорить ход операции. Но... Виктор Андреевич, придумай что-нибудь. Пусть твоим ребятам поверят как можно раньше. То в штрафбате. Хлопцы-то крепкие. Такие могли за штрафбат. Этой зоны никого нет. Так сявай. Да не, никого оттуда нет. Че нам дрейфить-то, яма? Падла! Ну? На кого пасть разеваешь? Ты... Че нам на партизан?
Поняли задание? Ну. Ну, ясно, и что? Да погоди ты. Что тебе ясно? Ходи, не ходи. Чё здесь разнюхаешь? Ты курилку, кстати, бутылек не заныкал? Не, в этом... У вас мужики. Что ж-то они так с гостем, а? О, кому гость, а кому в горле кость. Бандит оказался. Издалека, бабка. Издалека. А-а-а. Ну так и иди своей дорогой. От костыля и от маза нашего. Он пришел. Ты затихарился, не сообщаешь. За такое наказать можем. Пел. Не сразу же мне к вам бежать. Ну так колись. Присмотримся. Дал бы я тебе, да мас не велит. Короче так, хотите в нашу кодлу попасть, покажите, что умеете. А так, знаешь, все пустое, фуфло не фуфло.
нашей ельни держитесь. Война закончится. В Берлине жить будете. А до этого под немцам ходить? А тебе какая? Ну что, при канале? Чё разнюхали, бак? В общем, так, Яма. Колхозники одного нашего словили, в сарай заперли. Нашего это кого? Что это ты делаешь, Илья? Так повозку починить надо. А у хлопцев гвозди кривые. Так ты молоток взял? Товарищ командир. Ну ладно. Завалю, а! Иди сюда! Сюда, давайте, а! Сейчас я его резать буду. Фрейра! Фрейра все! Фрейра! Остынь, остынь!
мешок, а? Ай, Лёнчик, красава! А я тебе за это чё хошь за тебя слово замолвлю? Примет тебя кодла. За корешей твоих не отвечаю, а за тебя. Да сдалось мне твое слово, курилка. Ты не скажи, Ленчик. Вот ты-то не знаешь, а вам поутру проверочка будет. А? Все там. Брать эту гаду все равно надо. А что? Скручиваем яму и сваливаем вместе с ним. Нужен. А уйти значит провалить задание. Они нас проверяют. Думаю. Яма, встречай гостей. Земля злодейка.
Это же... Ну... А что мне там делать? Я свободу люблю. Рыба моя, рыба. Подарок. Ленчик, пойло возьми. Ох, привели. Ленчик. Погроб жизни обязан вам и вашему мазу. Ща. Через вагон, вагон, сверным стуком по рельсовой стали. Короче, я этого сторожа своего, колхозника, отбускал натурально до кровянки. Так вот. Выручай, товарищ Рыбин. Вот, я и выручаю. А почему так? Но нам надо его перехитрить. Это запросто. Угу. Тогда слушай. Иди сюда. Сгодятся они нам.
котлу, дело есть! Я видел. О. А потом с мужичками разберетесь. Короче, ясно. Дело. Ну что, есть новости? Я думаю, к вечеру результаты будут. Что-нибудь выяснили про Самарцева? Так точно. Я обратил внимание еще на одну деталь биографии Самарцева, которую как-то по оплошности пропустил. Какую? Самарцев был начальником лагеря, где какое-то время отбывал наказание отец Клима Павловского. Ну, соколики, покажите себя. Не молчи. Как был ты троечник, так и остался. Не по тебе это. Thank you.
Этого, значит, ловили. По нас! Будем награждать. Так и передай. А вот с отпуском придется подождать. Привел. Давай. В деревне вся ваша банда была. Или кто-то влез. Ну и как же ты фашистом-то начал служить, а? Точно зарезал. И тебе спасибо, что помог нам его взять. Ну. Да там бы и не смог. Клим, ты пойми, не я его туда сажал. И сам на зону не просился. Да я понимаю. Расскажи мне про отца. Все равно блатные никому не служат. Мы сами по себе. А ты у Василяра спроси, если он тебя... Сейчас везде фронт. Знаешь что? Не умничай!
Михась!